Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно исполнять возложенные мне высокие обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав Приморского края, верно служить народу. Дорогие земляки, уважаемые приморцы, я искренне благодарю всех, кто принял участие в выборах и выполнил свой гражданский долг. Большое спасибо всем тем, кто поддержал меня и поддержал нашу команду. Для нас это имеет огромное значение. Такое доверие мы должны обязательно оправдать. Трудиться с еще большей отдачей на благо родного Приморья. В целом за эти 5 лет мы с вами прошли сложный, но в то же время продуктивный путь. Мы справились со стихийными бедствиями, с пандемией. Мы сплотились в этих сложных условиях вокруг СВО, преодолели санкции, наложенные нам западными странами. Это серьезное испытание, но мы преодолели их. И я уверен, что так будет и впредь. Потому что приморцев так просто не сломить. Мы объединяемся перед вызовами, все вместе встаем и решаем проблемы. И в этом наша с вами сила. Сила приморского характера.